Дорогие друзья, мы продолжаем серию интервью наших гостей, участников и докладчиков 3-го международного ТАСовского конгресса. Наш почетный докладчик, участник, делегат 3-го международного ТАСовского конгресса Сергей Алексеевич, Санкт-Петербург. Сергей Алексеевич, вы впервые участвуете в ТАСовском большом мероприятии? Впервые участвую в ТАСовском конгрессе, хотя о ТАСУФе, конечно, слышал давно. И вот о чем я в начале доклада немножко скажу. Еще в школьные годы, когда прочитал замечательную книгу «Пропавшая экспедиция» про исчезновение экспедиции полковника Фоссета, старший брат которого был ТАСовцем и который тоже находился под большим влиянием ТАСовских идей, о чем в книге, в общем, было сказано, хотя и с таким, в общем, критическим комментарием, скажем так, по советским временам. Скажите, вы представляете весь все-таки мир науки, сферу науки. Скажите, вот такие симпозиумы, насколько они могут проявлять научную мысль в синтезе с теософией? Вообще, вот возможно или нет? Вот мы пытаемся такие мероприятия сделать. И как вам кажется, как вам показалось, есть взаимодействие? Ну, мне кажется, что это очень необходимо, потому что такой вот узкопозитивистский подход себя исчерпал. Нет, он где-то, конечно, в чем-то может быть полезен. Ой, прошу прощения. Я сейчас. Вот, он, конечно, в чем-то может быть и полезен. Но если мы хотим выйти за пределы таких вот, ну, совершенно, так сказать, ну, знаний, основанных на просто сборе информации, то, конечно, необходим синтез науки и различных направлений философии, конечно, как высшие ее ступени теософии. Спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, вы посмотрели нашу выставку, скульптуры? Да, выставка замечательная. Да? А что вам, какая картина больше всего понравилась? Не могли бы нам сказать? Ну, вот просветленный Будда мне, например, понравился. Просветленный Будда, да? А можно мы в кадре показать картину, которая понравилась Сергею Алексеевичу? Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Синяя. Одна из моих любимых картин. Выставка замечательная. Ну и сам, я вот сейчас смотрю, я здесь не был, хотя слышал о нем. Выбор места хороший, потому что здесь тоже так и живопись представлена, и в общем. Скажите, у нас на выставке также представлены скульптуры вот известного скульптора Алексея Леонова и Александры Сулеймановой. Это будущий памятник Елены Петровны Блаватской. У нас есть такой фонд содействия и поддержки ТАСовии. Это один из проектов фонда. Воздвижение памятника Елены Петровны Блаватской на территории России. Угу. А вот. Где собираетесь поступить? А мы еще не знаем пока. Это вот такой проект, и, конечно, будет и народное голосование, и мы будем это продвигать и посмотреть. Есть несколько идей. Есть Санкт-Петербург, Москва, и есть Тамбов, и есть несколько мест в Сибири, которые хотели бы, чтобы был установлен памятник. Поэтому это еще в процессе обсуждения. Сергей Алексеевич, скажите, ваш доклад каким-то образом взят или какие-то идеи из «Тайной доктрины» из трудов Елены Петровны? Да нет, там не идеи из «Тайной доктрины», там просто показываю, как вот сложно складывались подчас даже такими крупными умами, как Иван Антонович Ефремов, понимание «Тайной доктрины». Может быть, это связано с тем, что это были, вот я покажу, последние годы его жизни, но так он до конца к этому и не пришел. Хотя он был, конечно, человек, очень увлеченный учением Елены Ивановны Рерих, но с Еленой Петровной Блаватской у него как-то вот не получилось. Я покажу это по письму очень хорошо видно. То есть он вроде бы и готов был, но где-то его что-то останавливало. Вот Сергей Алексеевич, есть теософы сейчас, которые 20-летний труд исследовательской своей практики по тайной доктрине, по другим теософским трудам, они выявляют на своих семинарах, на конференции. И вот у нас в конце завтрашнего дня будет круглый стол, где будет как раз обсуждение первой станции, первой шлаки. Скажите, вы соприкасались вообще с трудом «Тайная доктрина»? Честно говоря, нет. Нет, да? Не довелось. Да. Вы через творчество Ефремова? Я через творчество Ефремова. Меня это, конечно, заинтересовало. Вот. Ну и он достаточно... Меня особенно это заинтересовало, когда выяснилось, что это вот «Туманность Андромеды», но, в общем, там просто идут прямые цитаты из «Живой этики». Mm-hmm. То, что установили Николай Смирнов и Ольга Еремина, это, конечно, сильно поражает. И то, что, в общем,
в советское время даже в фильмах шел, но там просто идут прямые цитаты из вот этого самого, из этого текста. Здорово. Сергей Алексеевич, что бы вы пожелали делегатам Конгресса и Теософскому обществу России? Ну, до дальнейшего развития, и чтобы оно вносило свой плодотворный вклад, ну, в гуманизацию нашего общества. По-моему, оно сейчас в этом очень нуждается. В том, что общество дальше по пути просвещения и просветления двигалось. Спасибо вам огромное за тот позитив и за эти прекрасные слова, в которых большой потенциал, потому что гуманизация общества – это долгий путь. И вот это соединение науки, теософии, искусства, религии, философии, вот этот синтез – это всегда более на позитивной волне может проходить и давать развитие и теософии, и науки в том числе, друг другу взаимообмен. Огромное вам спасибо, что вы стали делегатом нашего конгресса. Будем с вами сотрудничать. Конечно, в дальнейшем. Да. Спасибо, что пригласили.